Привет, народ, это Альвинос. И продолжаю как бы обозревать путешествие по сборке Interaction вместе с Иркманом на сервере Иркмана, сделанной Иркманом и у Иркмана. Короче, перенесся сюда, продолжил исследование, как это, блин, как он называется, Томкрафт. Открыл немало всяких полезных начинаний, но тут очень много подарков дают. Вот видите, продвинутая рецептная настроенная линза. Вот это мне подарили за что-то рецепт. За вот этот конфигуратор линз его сделали, мне ее дали. А для чего она нужна? Поскольку тут нету палочек, вот в эту линзу можно засунуть. Где она? Блин. Так, где она должна находиться, чтобы я мог сюда. А, вот тут. Видите, я могу засунуть. И мне надо, что такое, общая сложность 0.25, и могу ее запрограммировать, как бы зачаровать. Видите, начальное ничего нету, снаряд, добавить снаряд, требуется один мотус кристалл, потом можно вот снаряд усилить, да, и там еще вот это добавить, и вот она пишет. Что мне надо? Затрата Двиса 205, затрата опора стока, общая сложность, кристаллы Мотус и Игнитиус. Но, насколько я помню, в этом месте у меня 250 виса нету. Для этого надо столик, наверное, ставить, чтобы узнать, сколько у меня тут виса. Вот, 100, 250 у меня есть, по-моему, тут. Вот он. Тут сколько у нас? 178. Это максимальное, сколько я тут нашел. То есть надо искать место, где будет 250. Сделал вот эту вот древесный маяк. Мы давно мечтали о ферме дерева. А это где он его искать? Вот тут, по-моему, да? Нет. Мана. Блин, где-то его. Вот он, древесный маяк, он делается довольно-таки просто. Вот, на этом все светящемся столике. Теперь он у нас собирает, как видите, древесину. Ой, не он, вот этот вот собирает древесину. Так, вот это мы можем забрать, а древесина пускай она собирается. Так что мечта Иркмана сбылась. Да, вот как раз он головой помотал. Хотя его тут рядом, наверное, и нету. Он где-то там находится. Вот. В общем, вот эта вот штука, она выращивает деревья. Они вначале такие полупрозрачные были, но теперь они уже какие-то странные. Ну, пофигу. Работает, и не трогай. Дальше. Тут, короче, у нас перешли на электронный век. У нас тут как бы работает уже базовая паровая турбина, потребляет пар. Я сделал 8-ячеечную батарею, потому что она выдает, по-моему, 8 ампер. Вот эти батарейки, я не знаю, может, одну Иркман сделал, что-то ее не было. А вот эти вот маленькие кадмиевые довольно-таки легко сделалось. И она, во-первых, больше вмещение, если вмещаемость у нее. У этой 80 УЕ, а у этих 120. Вот. И делается они довольно-таки просто. Берем и делаем. Объяснил. Так, вот, это вот кадмиевая батарея. Берем кадмий. Кадмий у нас получается пыли. Вот этот кадмий у нас получается центрофуги борнит. Ну, не только борнит. Я халкопирит перерабатывал, получаем кусочек кадмия. Халкопирит. Тут уже сейчас можно кидать, он же может. Это же дробитель. Да, вот. Кидаем халкопирит. Он его перерабатывает халкопирит. Я вообще-то хотел вначале вот из него сделать вот эту вот серу для резины, но
Тут надо 60 УЕ в тик, то есть, я так понимаю, электролайзер второго тира, первого он не сможет переработать, к сожалению, халкопирит. А как еще серу получить, я пока что не нашел. Галену вот можно переработать. Но я сомневаюсь, что она даст дополнительные химические там реакторы, центрофуги, серу перерабатывать, электролайзер какие-то не подходит. Упаковщик тоже, репликаторы, это еще далеко. Ну, короче, вот. Получается, кадмий мы в упаковщик, не в упаковщик, упаковываем в кадмий. И вот консерватор в маленький кусочек батареи. Батарею мы делаем из оловянного кабеля аккумуляторного сплава. Аккумуляторный сплав это плавильня сурьма плюс венец. Сурьму мы можем получить вот тут, разбив стибнит. Ну, это самый быстрый вариант. Конечно, можно многоступенчатие. Вот тут 30 стибнит будет. А вот стибнит, это интересно. Поливеризатор. Вот, по-моему, и нашел. Стибнит. Это стибнит полезно. Где-то я видел пыль стибнита у нас, кстати. Темный пепел, уголь, стибнит. Вот. Его можно в электролайзере 30 УЕФТИК-5 надо, да? А его я могу получить кузнечный молот. Нет, упаковщик, репликатор, центрофуга, стибнит, сурьма, стибнит. А этот нам надо вот эту вот всю фигню перепройти, да? Вот такой получить. Я не могу сразу же кузнечный молот, то есть центрофуги. А вот это надо два раза перефигачить стибнит. Я где-то тут видел. Халкопирит, ванадий, гемагнетит, галена, магнетит. Это Ирк, он все купает у нас. Молодец, чувак. Стибнит, руда. Ага, то есть мы ее два раза перешлеп. Все, у нас тут места хватает, да, грязно. Давай, фигач. Так, он пошел, робот пошел. Это что, уголь. Энтропия инфьюз, это руда, так. Сделал вот эти вот паровые солнечные батареи, довольно-таки легко делаются, их можно вообще 1000 поставить, и они будут нам наполнять вот этот бойлер, да. Стибни, дальше мы его можем, чего с ним делать, пульверизаторе передробить. Хотя подождите, по идее же, если его дробить пульверизатор, она же увеличивает его количество. Стибни, так мы получаем, это что, пуле 6, а так 3. То есть лучше нам удвоять. Все, у него тут угля понаки. Ля у него тут угля, свинец, не надо, кальцит, так, извиняюсь, уголь, стебни, мне надо стебни сейчас перерабатывать, уголь, свинец, уголь, стебнит, так, стебнит, еще раз перетрим-дрим-дрим, так, мы его получим, вот, стебнит, раз уж нафигачили. Уголь сюда, ордо инфьюзит, свинец очищенная, мы его можем что сделать? Центрофужить и получить серу. Ну, давайте пока. Этого немного. Так, сколько его надо центрофужить? Один. Стоп. Сколько напряжения? 5 УЕФТИК. Ну, то есть. Ага, алкапири. Нет, это слишком сейчас затратно, это мне не надо. Так, халкопирит перерабатывается. Он зря мне батареи, что ли, будет. Вот, давай свинец. И что тебе не нравится? А, ты начал такие, только ты медленно это делаешь.
Так, стебнит, уголь, стебнит. Стебнит. Дальше мы должны центрофугу или побочный список побочных. Нет, это не подходит. 24. Ага. Стебнит. То есть вот это стебнит отсюда кидаем. А вот этот стебнит. Куда мы его? В электролайзер, да? А, мы не получим. Мне надо еще хотя бы один. Один хотя бы. Он уже ушел, да? Давай стебнит один. Так, вот у нас сера пошла и свинец. Хорошо. Мне надо хотя бы один кусочек с вот этого стебнита переработать. Так. Стебнит, уголь. А что мы из угля можем сделать? Ля. Уголь и углерод. Крохотная пылька. А это что такое? Грязная куча бентонита. Юзич. А, то есть он все магний. Бентонит. Ага. А из этого углерод. А из углерода мы можем делать порох. Наверное. А, СМД-резисторы когда-нибудь будем делать. Так. Стебнит сюда. Вот он, стебнит 5. И получается это так. У нас изгибочный. Консервируемая машина. И вот этот. Ну, пошел работать. Ты смотри, молодец, пошел работать. Вот. Ну вот, маленькая кучечка серы. И что-то еще там по бочкам. Сурьма. А, сурьма это как раз вот для создания припоя и аккумуляторных сплавов. Ну, аккумуляторы у меня он заражены. Заряжены. Это что, уголь? Уголь. А, то есть весь стебнит я уже расфигачу. Да, вот это вот сюда закинем. А, вот этот очень долго работает, зараза, да? Да. Ну ладно, пошли дальше. Там высокие технологии, там довольно-таки все сложно. Яблоки сюда. Так, а зачем я перчатку-то вообще-то взял? Я не знаю. Перчатку мне не надо. Также сделал этот, пока я им не пользуюсь, сделал, как он называется... Кстати, Иркман там спрашивал, как стекло получать. Его довольно-таки легко получать. А вот тут во, выгодно. Ну, он все равно когда-нибудь смотреть будет вот это видео. Вот. И вот тут можно получать, его сбивать с шелковым касанием. Вот тебе стекло. Так, это сюда. Это... А, сделали мне... Иркман сделал мне сумочку. Наконец-то... Так, и у нас до хрена заданий всяких, особенно вот в этом, не в этом, тут, или тут, металлургия, квадрупли, а, плотная руда. А, и у меня проблема была, точнее была проблема, вот эти вот кристаллы, вискристаллы, откуда их взять в мире, они не спавнятся, а оказалось, что у нас энтропии есть кристаллы, энтропии, стебнит, а вот он где стебнит взял, зеленый сапфир, это не то, оливин, истинный кварц, бетонит, так, лазурит, глоусуляр, это он, глоусуляр, это что такое, глоусуляр, дробленное кальций, желтый гранат, хрен его знает, что это такое, не то. А, вот, терра-инфьюзенная руда. Так, эти надо все забрать. Аква-инфьюзенная руда. Энтропи-инфьюжен. Стебнит. Так. Я так думаю, надо все эти вот руды позабирать. Так, оливин. Энтропи-инфьюзет. Да. Тут занято. Вот тут свободно. Вот эти вот томкрафтовские руды сюда и сложить. Так.
Тут у нас это, тут у нас это. Так, это что такое? Киноварь, тетрагидрит, рубины. Кино, где он находит, черт его знает, но он находит. Глоусар я смотрел, транзенит, садолит, стебнит, о, еще стебнит. Стебнит где-то тут был, да? Стебнит. Лазурит, оливин, это все не то. Так, зеленых нету, нету вот. Так, тут магнезит, галена, тут... Ну, не забывайте, что тут грехтех, поэтому тут технические вот такие вот всякие словечки, они... олово, кассетерит, магнезит. Тут, короче, химия, физика, что хочешь. Орда инфьюзит. Хорошо, сапфир, уголь, графит, алмаз. Ух ты, алмазы нашел. Зеленый сапфир, транзелит. Это вот сюда и запихиваем. Так, мне бы еще желтую руду найти. Алмазы тут ничего нету. Ну, в общем, для чего она нужна? Terra Infused Ore. Идем. Ну, там есть варианты через. Как это называется, через Terra Infused War. Есть долгий путь, вот, раздробить Terra Infused пыль, получить ее центрофугу, так, и потом в упаковке, не, подождите, а как из него... Terra Infused P, автоклав, и получает вот эти вон, но надо жидкое звездное наследие. Вот, ну так что самые легкие, ну не вдруг вы кто-то играете, вот ставите вот эту вот штукенцию, берете любой сборщик, где-то я штуку дал его, вот расширенный сборщик, ну можно конечно не расширенный, на него не ставится, да, взять наверное ящик, если у нас... Такая вещь есть. Вот он, ящик. Угу. Так, его сюда, на него сюда. И радиус 5-5. Расширенный предметный коллектор. Ну, также можно, конечно, сюда поставить вот эту вот вакуумный сундук, который я вот тут благополучно приспособил. Вот, а также можно сделать, вот тут я сделал, по-моему, парящий вороток. Он у нас тут делается, видите, такие, а вот эта вот штукенца дается за квест «Древесный маяк». Вот. И видите, ага, наверное, сработало, да? Вот, видите, 8 вис террария, еще террария, террависа. Вот, то есть тут так просто набрать не получится. А вот эти у нас, ух ты, а эти что? Авис. А что он не показывает, как он может получить? А, потому что они по-другому используют, ну как бы по-другому выглядят. Так, этот мы сбиваем, потому что пока я этим пользоваться, ой, это не тут, я этим пока пользоваться не хочу. Так, резонатор света, я не знаю, для чего я сделал. Я думал, он мне покажет хорошие места, где есть места, где можно как бы, можно, где можно получать много света лунного. Вот, но он, к сожалению, может ночью, правда, работать. Я не помню, днем он должен. Но это, наверное, не тот, потому что мне надо резонатор жидкости. Нет, не этот. Резонатор купола. А он делается, видите, на этом. Чтобы этот сделать, надо светляющий порошок, который делается. Среднее ковалентное стекло. Салис мундус. Надо смеситель. Или вот это. Латун. В принципе... Юзыч, вот это я сделал, алюминиевая пыль, алюминий пыль мы можем как-то получить, да? Ну, алюминий я получу, но вот этот сделать,
В принципе, я его могу, но там надо алтарь делать, и мне пока что лень. Вот. Этот не показывает качество, ну, где такие должны быть синие свечения, где тут много лунного света. Так. У нас же также есть, вот видите, изучение. Можем создать теорию. Новый вид изучить. Ребят, видите, галимация или големов или измерение. Тратится вот эта вот лампочка. Мы выбрали, мне больше надо вот эту вот теорию. Дальше мы можем или размышление, там вы получаете 25%. Ну, тратим две лампочки. Когда лампочка закончится, наше исследование ухудшается. Так, синтез, ну, размышления, это мне не надо, тем более вот эти вот сложновато получить. Вот, видите, получили 25, и мне надо, по-моему, до 100 догнать и прогнать вот эти вот все лампочки. И вот так вот изучаем. Вот, вдохновение, наполнение, 30 очков, это 70, да? Хорошо, у нас лампочки есть. Мне вот это вот очень нужно, по-моему. Начертание, галимация, или мне надо... Потенция и редстоун с собой иметь. У меня, кстати, потенция есть, пузырек. Потенция. Потентия. Ну, не потенция, потентия. Потентия. Так, это у нас сила. Сила, она содержится много где. А, это уголь. По старым меркам это уголь. Да, вот он. Ну, в принципе, мне надо 10. В нем содержится 10. Раз, два, три, четыре, пять. Я без очков же не вижу. Точнее, мой персонаж тут без очков ничего не увидит. Так, 10. Так, сколько тут влазит, я не помню. 22. По-моему, 64. Так, берем вот это вот. Дело забираем и вот это. Это сюда. Это сюда. Новый банк оставим. И вот. 5. Раз, два, три, четыре, пять. 10. Давайте. Этого сколько? 10. Ну вот 60 получим. Тут мне дали вот этот, который лишний. Вис выкидывает. И у нас пошла потенция. Да, мне надо 10. Это надо взять баночку, которая вот таким способом делает. 21. Но она только 10. Если у вас там 6 или 5, она не возьмет. И одну... Вот эту вот надо взять. И вот таким способом мы... Можем сдать вот эту теорию. И у нас 84 очка. Это, естественно, все забирает. Так, у нас 5 этого. Ставим сюда, пускай она там раздает. Так, все. А что так мало-то? 16. Ну, ладно. И дальше пробуем изучить. Галимацию не хочу. Ну, давай эту добавляй. Ну, блин, духовка, фокусировка, это мне... Ну, в принципе, тоже неплохо, но она мне не надо. Вот, вдохновление. Мы получим 52 очка, то есть почти что закончили вот эту вот теорию. Это еще, конечно, надо смотреть, тут теория все бесплатно. Так, вис-кристалл приконтатио, это магия. Приконтатио, к счастью, у меня есть. Это не та. Это еще я тогда одну открою, лампочку. Это сконцентрировать. Да, видите, вот. Часть они не забрали, хорошо. Ну и последняя, или галимация, или вот это. Все. Мы завершили теорию. Вот, видите, она нам далась. Отдалась. Теория. Мы где-то что-то изучили, наверное, да? Нет. Для чего нужны эти вот теории? Они нужны вот, допустим, видите, вот она написано, что надо сделать вот такие вот штуки и сделать теорию наполнения. Я ее выполнил.
меня теперь доступность... Так, больше тут не выучил. Тут, видите, еще надо два раза ее выучить. Теорию, чтобы получить это. Вот тут еще надо. То есть я один раз ее выучил, и мне может бог быть выбор. Теперь это есть. Вот эти вот предметы сделать. Еще одну теорию. Я смогу сделать вот это вот. Вот. Сапоги. Так, тут может не совпадать, конечно, но сапоги путешественника. Это надо смотреть. Я надеюсь, она так и делается. Но для него нам надо Волатус и Мотус. А сапоги путешественника. Это у нас Томкрафт. 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 А, вот такие вот кристаллы воздуха. Так, вот как они выглядят. Видите, можем с помощью... типа вот так они обозначаются. То есть вот эти вот несколько... Рут мы можем, значит, накопать где-то. Так, сапоги там было написано. Сапоги путешественник. Так, они действительно так делают. Да, так. Две шерсти. Вот этот. Это у нас почти что все есть. Заколдованное. Это... А, мана-нить. Надо ману. А ману мы получаем с помощью вот этого алтаря. Средняя ковалентная сила. Бассейн разбавленной маны. Можно получить. Тоже в этом. Бассейн разбавленной маны у нас есть. Подождите, где он там используется, для чего? А, это очень мало получает, да? А цветы у нас тоже через это. То есть вот без этого алтаря, звездного алтаря, дальше идти невозможно. Вот, в общем, вот видите, такая тут запара. Так, что ты тут у нас? 35 этого, 9.39, ну давай. Тут что-то не пойму, что так мало? 10. 139. Ай, ну это же слабенький этот. Блин. Как он называется? Слабый куб. У нас же тут кубов, то перегонных вот есть. Сталмивый и этот. Надо пузырьки эссенции витиум там всякие еще сдать, чтобы получить вот трубы. Ну, трубы, к счастью, тут делаются, потому что не тут, а вот тут, где она... Вот, видите, когда Таум дошел до сюда, она, ну, как бы дает вот эти вот изучения. А что... А, видите, она открывает как бы изучение. Я эти уже все пооткрывал, поэтому она не делает. Ну, не дает. Потом вот мне надо вот эти делать. Но они закрыты, мне их надо изучить. Видите, стоит Missing Research. А вот этот нам надо автоклав, семенно-истинный клав, варц и смола. Вот, смолу-то мы помним, как я получаю. Базовая просеивающая машина. Это делать надо. И это... Машин блупринт. Что нам за него дают? Машин блупринт. Копировальная бумага, машина блюпринт. Где-то я его вроде бы у Иркмана видел. Блюпуп. О, копировальная машина, копировальная бумага. А что она выкинула? Тинг, не. Так, а что не так? Машина блюпринт, машина блюпринт, гемрифинер. А это что у меня? Improved cooking oven. А как гемрифинер получить? Квест, мана-алмаз. Мана-алмаз у нас... Слабо усиливающий катализатор, сборщик. Стабли мана или кузнечный молот, наполнитель алмаз большой. Угу.
То есть сборщик. Сборщик это, я так понимаю, ассемблер. 12 UE, алмаз есть. Он стабли мана, Гректе Коммуники Эдишн. Он стабли, это мана, это ноу. А, ну да, ясно. Это Москва, Воронеж, хрен догонишь. Вот. То есть вот такая у нас ситуация. Так, что это? Взрывоустойчивость, подводная ходьба. Можно пойти объединить, у меня этой до хрена. 11, атак 11. Ну давай, объединим, когда-нибудь пригодится. У меня пока что чарований нету, так что я хожу в одной вот, в броне вот такой. Так, это можем поменять. Так, теперь моя станция Таганская, как и станция Таганская. У нас тут дождь. Ну, тут разница есть между этим. Так, что-нибудь тут интересного есть? Нету. Кстати, вот, а что было? Чего оно почернело? Чё она почернела? Чё я нажал? Не надо мне. Вот эта вот штука. Юзач. Из нее можно вот только лепестки делать. Из этих планцев. Вот, по-другому лепестки. Чё она? А, я что-то нажал, да? Т. А как это отключить? Где мобы наши? Эй, чуваки, ходите сюда. У меня ж магнит есть. Они сейчас вот, чуть можем подраться. Магнит, кольцо. Я, конечно, не этим хотел заняться, но вот, чуваки, ко мне все. Еще кто-то пришел. Кто-то... О, что-то дали. Байкерская куртка 6. Чувак, я тут... Ой. А ты не это, не выеживай. Так, топор дашь, а то мне топоры твои очень нужны. Так, что дали? Ничего не дали интересного. Нам надо вот это вот взять. А, все, я же установил. Кто там у нас дохнет? Эй, чувак. Кстати, тут вот, видите, есть... палочку сделали, искали кристаллы. Спасибо. Там у нас... Может так пойти подраться? Меня тут не взорвут. Угу. А что ты горишь? Интересно даже. Молодец. Ну, у нас тут, как всегда, у Иркмана правило без потери. Играем без потери. Так, ну ладно, это не страшно, это я восстановлю. Все, успокоился, да? Ну, хорошо. Тут, кстати, вот мана есть. Эту ману набираете сюда, кидаете золотой как это, кусочек золота, он превращается в какую-то там лабуду, из которой... Да, блин, а как мне это сейчас отключить? Я не хочу. Shift-T, блин. Что я сделал такое? Ладно, потом разберусь. Во. Идем там в комнату. Ух ты, это что такое? А, это Иркман мне накидал, да? Спасибо, но я тут уже не живу. Я тут только занимаюсь. Вот он этот. Ну тут, видите, баночек нету, столов вот этих вот нету. Вот. World of Tom. Не знаю, что это такое. Ну, я вот тут только вот этим занимаюсь. Прихожу и кидаю... всякое.
Так, а что у нас тут по загрязненности теперь? Блин, что так не показывает? Ну, видите, чуть-чуть испортил. Но вот тут зато очень много маны. Как ни странно, это что? World of Tomcraft, Deadly Monster. Без понятия, что это такое, Deadly Monster. World One, рецепт. Да что ты мне, вот это рецепт. Так, ну показал место, где я тут. Да блин, как мне это снять? Фигня какая-то. Так, там крафтовская тут, блин. Так, ну, снимаю воскресенье, так что вы это, наверное, увидите, когда в субботу. Ой, на следующей неделе. Так, вот это вот полезное. Так, вспомогательный вентильный порт. Я даже не знаю, надо на мне. Так, жидкостный тигель. World of Warcraft. Этот. Эти можно... Не, эти не тут будут жить по-любому. Это редстоун на расстоянии передавать. Так, может, что-то такое появилось. О, что-то изучил. Не дает изучить. Нет, 117. Так, а сколько сюда висота влазит, я уже не помню. 118. А что тут по... Ух ты, как я атмосферу за... Или это вот этот за... За как? О, зелень насыщенности. Вот, вот так вот и играем. Ты там поиграл чуть-чуть, нашел что-то интересное. Так, тут у нас вот эти лежат. Тут у нас вот это будет лежать. Это ванильное сюда, сюда, сюда. А, блин, как тебя избавиться-то? Бумага мне нужна. Чего я такое нажал? Не, это не тут. Это в исследованиях. Кладись и это сюда. Стекло на голову. В принципе, неплохо, но у меня этого не надо. Плюс этой сборки, что тут очень многое дают. Как ни странно. Так, это сюда. Звездный компендиум. World of Deadly. Я не знаю, что это такое. Может, это в том мире что-нибудь будет спауниться, а? Это спавнить что-то или как? Давайте идем проверим. Я не в курсе. Не, наверное, не в этой. Я смыться не успею. О, это первая моя лаба. Она вот что-то дымит. А что это такое? Что с ней делать? Параша. И что она делает? На кого-нибудь спавнит, чешо. Или тут слишком светло. Usage. Нигде использовать рецепта. Не дает. Интересно. Так, это место, где я тут обычно редко бываю. Собачки охраняют. Ну, миру нам делать нечего. Вон, кстати, тут. А как это так? Что они разные какие-то? Ай, это караук. Вот, видите, где мы построили второй. Так, что еще тут показать? Астрал Сорсери показал. Вроде бы. И тут ничего интересного. Так, по курам я не знаю. Иркман там что-то сдал. А, вот тут я всегда держу это. Параша. Так, у нас уже 50 ведер с хорошего, это называется, звездного света. Тут вот полуавтоматическая штука по переработке этого дерева. Кстати, у нас же дерево есть.
Ее надо закинуть, пускай она перерабатывается. Ну, что, жалко, что ли? А то она сейчас все он тут забьет. Эх. И что ты жадничаешь? Давай больше. Уголь он всегда нужен. Тем более он у нас в печке тут. Работают сильно. Так, 64. Этот забит. Блин, надо какой-то танк более мощный или второй ставить. Так, это мы возвращаем сюда. Ну как это? Тут все просто. Сюда кидаем вот. Блин, да как же от тебя избавиться-то, ё-моё. Так, должна забирать. Вот, тут настройка, что извлекать всегда активен по зеленому каналу. А вставлять вот по зеленому. А тут извлекать к рыжему каналу и вставлять по рыжему. Извлекать тут ничего не просят. Вот. А причем тут извлекать? Вставлять отключено. Тут и вот. То есть один канал вот этот, второй канал вот сюда. Ну и все, и идет вот все это братство сюда. Так, что я там нажимал? Ты. Может, это надо стереть? И она тогда... Как это? Shift-T, что ли? Нет. T. Нет. Ящики Т. Или Ctrl Т. Нет. Shift Т. Нет. Нет. Как она сработала, зараза? Т. Ну, показалось, что тут. Т. Ну, фигня полезная. О. Нет. В этих не работает, да? А в деревянных ящиках работает. Ай, во, Г ввел. Тут. Спасибо, кто подсказал. Ай, идиот, столько времени. Так. Ну что, по квестам у нас тут пока что тут тихо. Надо очень много. Вот это вот ведро Мортуса надо дохрена делать. Вот. А где я должен был делать? Или тут? Тут нету дополнительного. Нету. Тут что? А, вот сколько мне тут работы. С нам, точнее, работы. Вот эти все машинки переделать надо. Я же их переделал. Вот. Еще виры надо делать. Красный, вот этот виры делать, ну вот эти все машины переделать. Потом, что еще? Ну, что вот видите на экране, это я все делал. О. Видите, это я все делал. Потом, что еще тут? Пока, да блин, даже не знаю. Ну, 8 вис, вот этих надо постоянно будет делать. Ай, тут у нас комната вызова, тут вот есть у нас алтарь. Сумонин алтар. Сумонин. Да, блин, конечно, так ты много. Сумонин. Вот он делается, видите, вот так. И потом его можно использовать для вызова любого, как это, животное. Только тут плохо показано. Вот это вот надо тыркать у него, а этот уже последний кап... Если кто будет вызывать, то вот это надо просто тыркаешь в этот. Ну, допустим, что тут можно вызвать-то такое, чтобы полегче было. Дух. Нет, дух мне не нужен. Базальт. Тоже не очень хочется. Блиц. Визор скелета можно вызвать. Близ. Спрут. Но спрутов у нас хватает. Ролики не нужны. Павук. И так есть попугай. Клаунбуфуф. Так, демоническое перо, бонус и клаунбуфуф. Ну, показать это, наверное, лучше надо. Клаунбуфуф, я что-то где-то такое... Клаунбуфуф. Ты его такое видел, клаунбуфуф.
Если честно, я его видел. Но где оно? Лампуф. Наверное, легче будет. Извините, глаза чешутся. Легче будет рецепт. Ой, юзач. Кого мы там хотели? Клампуфта какого-то вызвать. А, вот он, клампуфт. Как он делается? За него мы получали его. Или можно получить ромашка, слабый ковалентный клампуфт. Блин, ну я его получал, точно знаю. Может тут? Наверное, не знали, куда засунуть. И засунули, били куда. А потом сейчас хрен его найдешь, да? Мы же его получали, получается? Получали. Вот он. Кламп. Уф. По-моему, надо это пережарить. Юзач. Демоническая пыль, да, пережарить. Юзач. Еще там что-то надо было. Кролик, паук, попугай. И это и перо. Перо. Блин, а под этим я чё? А. Вот эти вот боншардс, да? Все, все собрал. Юзыч, карот. Блиспрут, кролик, паук, попугай. Один, так, так, так. Так, это надо сюда кинуть. Чтобы она переработалась. А как это сейчас сделать? О. Она... Желательно не иметь. О, у меня же этот, наверное, стоит. Он же сейчас вернется, да? Да. Вот этот не одевать, пока он там не это самое. А потом его можно одеть. Вот, дало. И значит, как она работает? Юзач. Так, блиц, визор, блиц, прут, кролик, паук, попугай. Вот то, что вот вокруг, это надо тыркать, а это шифтом. То есть вот берете тинг, тинг, тинг. Берете вот эту штуку и шифтом. И она сейчас нам призовет попугая. Тут же из... Вот он. Так. Сейчас мы ее попробуем приручить. Тут у нас семена, да. Хотя, по-моему... Печеньки ему нельзя давать, он, по-моему, сдохнет, да? А... Чувак, ты где? Ёп. Перный театр. Попугай. Деспасито. Чего-чего? Деспасито. 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 Какой деспасито? Чё я уже опять понажимал? Деспасито. Деспасито. Давай, деспасито. 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 Я опять нажал. Чувак, иди за мной. Деспасито. Давай. Чирикалка, иди сюда. О. Так, будешь жить вот тут. Деспасито. Как тебя выгнать? Деспасито. А у нас музыки нету, да? Если поставить пластинку, то он будет тут. Под музыку. Дрын-дрын-дрын. А, ну и, в принципе, его неплохо бы изучить, наверное, да? Деспасито. Вы открыли что-то новое. Деспасито. Это на него только действует или как? Блин, деспасито. Или это как? Это чё? Это почему? Или это на всех какой-то... Да, это только на этого чувака действует. Какая-то деспасито. Какая-то хрень. Кто это придумал, неинтересно. Вот.
Пока что такие фигни. Больше мы, конечно, развиваемся технически, чем магически. Ну, магию в основном я веду, а Иркман тут вот все остальное ведет. Он тут особенно любитель ресурсы перерабатывать. Что у нас получилось? Тибнит. Разори 4. Тинк. Ты, да? Вот. Тибнит получился. Давай перерабатываем. Что же? Здесь сюда засунул, вот. Нам просто вот эта вот штука нужна. А как я эту серу получил? Центрофуги, сера. Свинец грязная, пыль. Ах ты грязная кучка свинца. Вот, ну, в общем, пока что играем. Видите, хотел получить юзач электро... из глины получить вот это вот все, натрий, чтобы получить батарейки. Не получилось, не перерабатывает. Зараза, так, это станок. А, у нас, кстати, появился интегральный этот микросхема. Плоские эти можем делать. Так, о, у нас тут пар уже копится. Хорошо, вода. Вот они, по-моему, закольцовывают. Чем-то их проверять можно. Я вот не помню, они вот тут кальцинируются или нет. Их раньше надо было как-то чем-то проверять. Ну, сколько солнечные панели вырабатывают микро... Короче. Так. Поскольку у нас тут закончилось, дуб надо забрать, наверное, весь, а то тут забьется. Я не знаю, сколько тут Иркман будет автономить. У нас есть вообще его куда сложить? Тут древесина у нас. Ну, древесина тут. Хорошо. И саженцы тут. Саженцы тоже не пропадут. Саженцы же можем куда-то использовать. А что с ними сделать-то можно? Плохого или хорошего? Клеточный блок это для игры. Получение маны. Так, это нет, нет. Виздов не надо. Это тоже помог биомассы. Ну ладно, это в будущем. Вот. А, наконец-то благодаря Иркману вспомнили, что у нас есть... Как они называются? Вот эти вот станки Crafting Station. Да, он делается. Он таким способом делается Crafting Station. Ну, для том, этим удобная довольно-таки штука. Она доступна. Она вам начинается дармоситный. Как бронзу получать, а он вам доступен. А бронза это... А, и латунь, да? Вот. Да ладно. Чего я там увидел? Это... Плавильня. 6,2, то есть можно не... А бронзовый корпус, на что он идет-то? Паровой дробитель это у нас... А, ну это я делал все. Что такое машин кейсинг? Угу, то есть этот вот корпус можно было... Век живи, век учись, и рецепт. Плавильню можно. Плавильню. Капец, интересно. А, опять закончилось. Так, это значит ванила. Это в ХЗ, потому что я ХЗ. Что это такое? У нас, конечно, две штуки. Вонялка какая-то, для чего она нужна, я не знаю. Так, ну что, я свое отыграл. Вот, что тут еще заняться, я не знаю, пока я... Ну, точнее, я устал, я тут до этого еще играл. Вот, еще свое проходил, вот. Ладно, всем, кто... Если кому-то такой вариант нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Извините, подвинулся микрофон. Вот, пишите там комментарии и прочее. Пока.